Я вернулся. Представляете? Меня слышно, интересно, я тоже. У меня тут такое. Вдруг погас свет во всем доме. Сидишь такой в полной тьме, и свич ну, шипит. Он же на аккумуляторе работает, как чайник на всю квартиру. Не хватало, на карантине сидишь, как бы, ну, типа карантин же. И тут еще и свет выключили, это вообще жесть, конец света. Так, я пересоздаю. Наверное, у вас там... Интересно, игра началась или вас тоже выкинуло? Нет, не пробки выбило. Просто свет во всем доме потух. Пароль 5522. Да, включили, я же трансляцию запустил. Но быстро, быстро, в принципе, свет включили. Просто надо было же все перезапустить, компьютер и все, и трансляцию. Я сам не ожидал, сижу, сижу, раз, и темнота такая. Что ж ты там за команду придумал? Пароль? Но это было реально неожиданно сейчас. Все, погнали. Надеюсь, в этот раз свет не будет отключать, потому что это реально стрёмно. Валя, я тебя не понимаю. О чем ты там говоришь? Верни 360. Каких 360? Ты о чем? Да, надо очень большой аккумулятор тогда на квартиру. Там, наверное, целую, не знаю... генераторную какую-то комнату. А, про качество, думаешь, 360. Ну, если сейчас зрители есть там, сколько зрителей у нас, я не знаю. Должно качество опять появиться. 360 должно. Обнови страничку, она появится со временем. Вот, если мне такой камикадзе поставить в комнате, можно будет стримить. Валя, обнови, может быть, появится сейчас. А мы его в подвал поставим. Самое смешное, я живу в 12-этажке, да? Под моей квартирой. Ну, как бы я не на первом этаже живу, да? Но вообще, смысл в том, что... В подвале у нас провалился пол. Причем пол провалился на мой рост. Это в 12-этажном доме, вы можете представить себе. Пол провалился. А, к нам закидывают. Блин, у меня шарокат был. Это реально жутко смотрелось. Ну, нам пару камазов щебенки, по-моему, завезли, засыпали. Уже несколько лет так стоит дом, ничего не падает вроде. Ой, он стреляет из воздуха, с ума сойти. Нет, никто не пострадал, это же как бы пол в подвальном помещении. А провалился он, потому что у нас в подвале протекала канализация, как я понял.
Какое жестокое ведро. Забрасывай, 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 забрасывай. Беги, беги, хлебушек. Молодец. Ой, там второй мяч не закинули, да? Но в итоге все равно мы в лидеры выбились, смотрите. Все не так плохо. Мы даже дали сдачи. Мы крутые. Беги, там бомба! А, у меня плюхнули. Ну, я сейчас в HD качестве стримлю. Представляете, так бы... Ну, до этого Full HD, и как бы многие не могли смотреть. Я поэтому стал в HD только стримить. Там кто-то код написал, смотрю. Ну... Если хочется добавиться, то можно мой код набрать. Я обычно не набираю коды на трансляции. Ауч! Я не успел взорваться. Thank you for follow. Меня кто-то плюхнул. Снайпер, по-моему. А нет, все-таки каракатница. Спасибо, Зарс, что подсказал человеку. Блин, я в него попасть просто не мог, и все. Ну, я постарался забросить. Это был крик такой души. Еее! Ну, кстати, неплохо сыграли так. Вали, я тебя понимаю, всех бесит, когда у них тормозит видео, но вот такая политика у Твича сейчас, что разрешение, я честно даже не знаю, вообще по идее оно должно даваться, выбор разрешения, если много человек смотрит. У нас вроде достаточно человек смотрит, я не знаю, почему у нас нет другого разрешения, ну такая вот фигня. Do you speak English well? И ниже хлеб. Злата. Ай-яй-яй. Мы не танцуем с медведями. Так, есть возможность попасть в лобби. Новый пароль 5544. К карманному медведю идешь? Что за карманный медведь? Странные шутки у тебя.
Ручной? Ну окей. Я не так перевел-то. Потапыч, укуси меня, самодит. Салмонит. Так, о, вот, мы их ждали. Мы их ждали, и они пришли. Это японцы. Забавно. Мы вроде находимся не в Японии, но играем против японцев. А я думаю, Зарс, его уже нет на стриме, скорее всего. Потому что он никак не реагирует на то, что ты написал. Страшно так как. И так и знал, что сейчас меня убьют. Жутко прям. Костя, не торопись. Там уже в засаде сидят враги. Блин, я думал, он перекатится вправо. Ауч! А, я хотел сказать, а как он туда уплыл, а потом... Это же японцы. Все вопросы отпадают. Странно, почему мне не высветилось. Вау. Я думал, я его плюхнул, это ассист. Окей, I add you after this battle. Не понимаю, почему мне не высветилось. Блин, шустрые. Надо было взорваться, что-то я стормозил. Нормально. Валя, все нормально. Вот у нас кошмар, да. Блин, я не успел уплыть. Странно, что нас к японцам вообще кинуло, причем таким злым, я не понимаю. У нас вроде бы по рангам мы не должны против них играть.
сожалению, Валь, я тебе ничем помочь не могу. Ауч. Блин, кваза разбегается, и того хочется, и того плюхнуть, и в итоге никого не плюхнул. Ауч. Забавно, мне сейчас МЧС присылает убедительную просьбу вернуться домой. Минуточку внимания, я сижу за компьютером дома у себя, как бы в комнате. Они увидели моего двойника на улице? Или как? Как этого? Я не понимаю, в чем прикол? Но это жесть, убедительная просьба. Да, это скорее всего то, что скачок напряжения был. Возможно, не только в доме свет отключился. Возможно, вообще по району свет моргнул. И, скорее всего, базовые станции сотовых перезапускались, вышки, скорее всего, я так подозреваю. И глюкнуло. Так, сейчас я проверю. На данный момент вы еще не получили предложение дружбы. Вот как бы так. Да, представляешь, я, наверное, хожу с компьютером. У меня в рюкзак компьютер закинут, короче. Как это, Death Stranding играешь, да, называется? Типа вот, типа такой же хрени у меня за спиной, там куча компьютер, короче, Switch установлен, аккумулятор, генератор, короче, всякая фигня, чтобы все это работало. Спереди у меня на специальном подвесе висит монитор, и я на нем играю с Splatoon и стримлю при этом. Новый пароль 2236. Продолжаем лигу играть. Вам интересна лига, кстати? Просто как бы вот возможны вот такие бои, когда будут прям злые-злые японцы будут на нас нападать и больно пинаться. Пароль 2236. Шуберт пропустил. Как правильно ник этот читается, Зарс? Хамудбаша. Хамудбаша. Я думаю, он просто не добавил. Или он ждет, чтоб я его добавил. Ну, стрим, да, бывает, лагает. Хотя, по идее, мне не сообщает, что... Мне, кстати, удивительно. Последняя, ну, неделю назад же я последний раз стримил, получится, да? Он мне постоянно...
Ну, примерно неделю назад, да. Он мне постоянно выдавал каждые 2 минуты потерю кадров. А сейчас ни одного сообщения нет такого. На удивление. Звук тормозит. Серьезно? К нам прорвались. Уже нет. Я уничтожил засланца. Та-да-да-да. Кстати, у нас есть шанс накидать им хорошо. Определенно. Ауч! Терминатор, что ли? А, термин вор. Короче, блин, странно очень. В итоге сейчас нам накидают, по-моему. Как-то они нас всех плюхнули. Так, одного убрал. Второго не смог, к сожалению. Там кисточка осталась, бейте ее. Страшно. Блин, чё ж их так много? Ауч. Лучше не прыгать, наверное. Блин, мне одной штучки не хватает. Прыгните кто-нибудь на меня с одной штучкой. А, ладно, уже поздно. Поздняк метаться. Так, сейчас я зашаракачусь, блин. Возможно. И можно на меня прыгнуть. Так.
Блин, какая злая кисточка. Нет, мы все отъехали. Сейчас мячик рассыпется там и все, и хана будет нам. Ну, практики-то нет у всех бустроболе командном. Как бы логичный результат. Ну, а все старались. Со звуком беда прям совсем. Со звуком именно чего? Со звуком голоса или со звуком игры? А сейчас как? Лучше стало? Сейчас зайду в тренировку, чтобы настроить звук игры. Икры. Чернила. Вместо звука игры треск. Сейчас я буду пытаться значить. А, я вижу, у меня подглючивает даже этот. Сейчас я сделаю. Так. Сейчас будем делать операцию. По оживлению платы захвата. Я надеюсь, она живет. Плата, живи. Ну, вроде сейчас показывает нормальный индикатор звука. Это, видимо, она плохо пережила скачок света, что вырубался. Все нормально, да? Значит, идем дальше играть. Да, дело было не в стриме, дело было в самой плате захвата. Я ее переподключил. Так, еще раз в лигу пробуем или давайте в терфы? Давайте в терфы зайдем. Посмотрим, как у нас дела в терфах. О боже. Я не ожидал такого. Ну, естественно, USB.
Глимс. Глимс. Следующий, следующий. Ну прыгай вниз, блин. Я думал, он вниз прыгнет. Ну я обычно звук настраиваю так, чтобы он не мешал голос слышать. Поэтому у меня обычно тихо сама игра. Ауч! Я увлекся покрасом, и меня плюхнули. Вот так вот. Не убежишь. Ауч, меня догнали. А, у нас, кстати, дисконнект. Серьезно. Кажется, я трюхнул двоих. Ауч. Предлагаешь блок-лист прочекать? А может быть я заблокирован, наоборот. Но если... Я крайне редко кого-то блокирую в ранге X. Очень редко. Там прям надо что-то такое сделать. Прям нереально плохое. И обычно я блоки... Просто так не делаю. Лига? Ну, можно еще сходить, в принципе, без проблем. Я очень удивлен этим валиком сейчас. Покиёши. Какой он злой. Да, пока терфим. Еще боя два точно терфа будет. Да, у Стробов немножко тяжеловат в лиге. Но, к сожалению, нам выпал сегодня у Стробов. Ничего с этим не поделать. Ауч. Ну, третья часть, мне кажется, скорее всего, по-любому будет. Если прям конец света не настанет какой-нибудь.
А, опять этот валик, блин, как он злой. Мало того, что он практически неуязвимый, он еще и постоянно шустро лазит. Шустро очень. Он за мной охотится, смотрите. У него, видимо, на меня зуб. Страшно. Молотки. Хорошо, добавлю после тиров. Когда стрим по Fortnite, Костя? Даже не знаю. Я всю неделю как бы не стримил, просто я плохо сейчас высыпаюсь немножко. Я вообще даже под сомнением думал сегодня как бы стримить или не стримить. Но постараюсь устроить стрим по Fortnite. Накаина, я знаю, почему ты Fortnite не играл. Все животные виноваты. Звери. Скорее всего, в этом дело. А тем временем ко мне 500-й левел подкрадывается уже близко. А часы это фигня все, я там неправильно показывает. У меня часто Splatoon просто включен был по времени. Криво спринклеры цепляю в последнее время. Ау, блин, опять этот валик. Я его дважды стукнул, еще и шарокатом проехал, он все равно мне плюхнул. Привет. Ауч. Блин, я так вынырнул неудачно. Я тебе скажу, что у меня, наверное, в Fortnite меньше часов, чем у тебя в кроссинге. Я так подозреваю. Я говорю, этот валик, он прям реально за мной охотится. На этот раз мне другой валик плюхнул.
Ай, чернила кончились. Зверушки вцепились и не отпускают цепкими когтями. Я так понял, амибо карточки нужны, чтобы проще было пригласить определенных зверей на свой остров, да? Так, еще один бой терф. Потом минутный перерыв. И в лигу зайдем опять. Хотел сказать, а от Сплатуна можно использовать амибо? А, блин. Молоко кончается, кошмар. Банан, вкус банан. Кто любит банановые коктейли? Молочные. Смотрю, там гидра таится. Я даже догадываюсь, что это гидра. Найс. Ауч, 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 ауч. Я споткнулся. Блин, вроде далековато был. Ну ладно. Больно было. Ну а ты что, представляешь, как здорово было бы монстрами заселить весь этот остров? Или кальмарами, свой инкополис сделать? Страшная кисточка. Привет! Стой! Ты куда? Ей! Фантоваться островом передо мной.
Так, минутный перерывчик. Я тебе скажу так, что в списке заблокированных его нет у меня. Он просто кто-то очень ленивый. Либо набирал неправильно френд-код. Я не знаю, что он делал не так. Но в списке заблокированных не было. О, заблокирован, прикольно. Я не видел его в списке, честно. Значит, он что-то делал очень нехорошее. Значит, он... Очень плохой мальчик, я не знаю. Потому что просто так я никого не блокирую. Да-да-да. Я обычно за неактивную игру блокирую людей. Так. Приваты у нас будут ломаться через бой. Зарс, не ты был забанен. Ты неправильно написал. Я уже не вспомню, когда и как это было. Но я только за такие вещи обычно баню. В общем, что-то было нехорошее. Просто так я не баню никогда. Так. Кто последний зайдет, тот зритель. Вы же в курсе? Если это будет в ранговых боях, без дисконнектов, там, без всякой фигни, то да, забаню, конечно.
терфах, да сколько хочешь. В принципе, сплит-пати, это терфы, как бы. Maybe in rank X. Only rank X I ban. Do bans, я не знаю, как правильно сказать. I can't add and ban list only on rank mode. Ну, я думаю, люди все видели пароль. Умодбаш, no problem, oh, it's all right, it's, it was in the past, I don't remember too what you're doing wrong, wrong. Так, ну, как бы лобби полное, погнали. Чё бы взять такого? Хочется чего-нибудь необычного. Вот что, взять? Блин, хочу новое оружие в Splatoon, чтобы завезли. Вот реально хочется нового оружия. Прям уже давно ничего не добавляли, потому что обновления закончились. Элитр, да, у нас, если ты играешь, а, ну ты не элитр, не гидра играешь. Не, я с ведерком сейчас побегаю. Только сменю одежку. Я и глуги, ну... Я буду очень плохо играть с ними. Хотя я с глугами, с желтыми, один раз даже очень хорошую квалификацию получил. Вперед, в атаку. Страшно-то как? Нет, меня хлебушком по голове стукнули.
Сосредоточенная игра. Ауч. Валя, что там, где? Все еще не работает? Печально. Дождем меня зафигачило. Мы все умрем. Кошмар. По-моему, мы проиграли. Нет. Пересоздаем. Кто последний, тот и зритель. Напоминаю. Пароль. 3 5 8. Зарс был быстрее. Злата, он обогнал тебя. Так, все в сборе. Зарс, команда не нужна. Люди должны видеть пароль на стриме, а не в чатике. В чатике он должен появляться после того, как он появился на стриме пароль. Так что это так не работает. Бой с ваннами, ну, в принципе, я не против. Можно устроить бой с ваннами. All takes one gun. Или как он? Как он? Bubble. Как он там называется? В английской версии кто помнит, как называется? All take this weapon. Окей. Okay. А у нас их две версии же, да, по-моему? Or that, or this, I... Короче, либо этот, либо с бумрашем, либо со стенкой. Берите. И вперед. Как у тебя нет ванагана, Ярослав? Серьезно? Я думаю, что мы с Накаиной единственные будем в команде, по-моему, с Ванаганом, судя по всему. Окей, this weapon. Weapon. Или как у нас там? Bubble gun. Вот, точно, bubble gun. Спасибо, Камикадзе. Ну, к сожалению, у нас два без ванаганов. Плохо, Ярослав, надо купить, значит. Вообще, такой сет, лучше скупай все оружие в игре. Вот видишь, у нас нечестная команда. У нас стиралка и еще и ведро.
Бомбраж пугает, честно скажу. Чернила, кажись, кончились. Ай, еще и в глаз что-то попало. Ужас. Боже, меня плюхнули. Надо было дождик запустить, я что-то пожадничал. Нет! Я помню, что какое-то такое название, что-то с пузырями связанное. Ауч. Блин, я вроде так много стрелял, вроде урон прилетает, и никто не помирает при этом. Хлебушек, не болей. Ауч! Зарс там сидел. Запрятался. Блин, а чё на меня никто не прыгнул? Спасибо, Злата. Подзаряжай и возвращайся планшетом с заряженным. Валя, не мучайся, не смотри. Пожалей свои нервы. Знаешь, что нервные клетки не восстанавливаются. Ну тут скорее не в Твиче дело, а в твоем интернете, я так думаю. Он же не виноват, что у тебя не тянет 720.
Джи-джи-джи-джи. Пересоздаем. Самое главное, чтобы было весело. Так, 44-66. Split Zones, окей. Так. Нужно что-нибудь такое. Only use sub-weapon. Only... Торпеды, как они? Они торпеды или не торпеды, я не помню на английском, как они называются. Как же они называются на английском, кто помнит? Сейчас я скажу, как они называются, чё гадать, можно посмотреть. Они так и называются, торпеда. Представляешь? Кто бы мог подумать? Only sub weapon. Don't use main weapon. Only torpedoes. Torpedoes. Ну, в Вики написано, что торпеда. Yes, only sub-bombs. Так, ну у нас одного человека не хватает. Кто-то потерялся по пути. По Вики это у нас торпеда. Only torpedo bomb. Ну, у нас Робин еще приходил, смотрел, играл с нами. Он тоже по-русски не понимает вообще, как бы. Ну, давно что-то не видно уже. Давай я зритель тогда, чё, лучше я позрю. Я буду лучше зритель. Я же надеюсь, он правильно распределит команды, да.
Странно, смотрит 13 вроде человек, пишет Twitch, а играют только из них 6 человек. Хлебушек, ай-яй-яй. Мы же только, блин, торпедами играем. Хлебушек не смотрит трансляцию, видимо. Хотя пишет в чате при этом. Я немножко не понимаю. Или это другой хлеб у нас на трансляции сейчас? А, Ярик тоже стреляет иногда. Ха-ха-ха. Так сразу видно, кто нарушает правила. Стеночки ставят. Кстати, самонаводки можно... Ну, торпеды можно торпедами сбивать. Торпеда сбивает торпеду, если кто-нибудь в курсе. Ну, накай на стенке. В каждой команде, я так понял, человек забыл взять торпедки. Хлебушка закидали там. Автокамера очень странная. Блин, так долго позиционируется на одном человеке. Причем особо вроде человек ничего не делает, а он на нем все равно фиксируется. А, нарушитель у нас. Стреляют, стреляют. Зарс, там иногда стреляют, ты тоже можешь стрелять, че? Или ты принципиально, я не нарушаю, как остальные?
Так. Времени мало осталось. Давайте еще раз в лигу забежим. Лига Battle. Все двойки, тройка. Устрабол, устрабол. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Закончилось, закончилось. Да не было наказания никакого. Все нормально. Нельзя оформить подписку, я не знаю почему. Вообще, по идее, можно уже. Может быть, потому что я... Ну, как бы там написано, что... Типа, средства выплаты можно в любой момент настроить, но я их не настраивал. Но написано, можно в любой момент настроить, как бы это. Может быть, они еще что-то не обработали за две недели эти. Сколько там прошло? Недели две, наверное, и прошло. Кажется, я кого-то... Прыгайте на меня! Эй, у нас же мяч был! Почему никто не прыгнул? Что-то я не понял. Прикола. Так, я сейчас мяч возьму и прыгну. Наверное, да. Не зря я прыгаю, наверное. Надо было широко отрубить. Еее, еще один мяч. По-моему, нам сейчас забросят. Хотя нет, не успеют.
Эй! Блин, как я на одну секунду не успел, блин. Может быть, да, может быть то, что смайликов нет, возможно. Дело в том, что у меня страница, где надо добавлять смайлики, она у меня не работает. Мне не дает добавить смайлики вообще. Да, блин. Все равно забросил. Блин, вот я вступил сейчас. Кошмар. Одну штучку забросьте. А, ну, блин, я поторопился, наверное. Блин, шарокат я не врубил, они к нам забросили. Или мы забросили? Мы забросили, ура! Такая пауза, кто же забросил? Ее, победа! Может быть, из-за вируса нету, не работает все. Я не знаю, в чем проблема, как бы. Так, мы победили. Можно, кстати, еще сходить в лигу, если хотите. Я как бы не против еще сходить. Наверное, я очень быстро пароль набрал. Кто успел разглядеть? Кто успел разглядеть пароль? Кто у нас самый шустрый? Хлебушек, фига себе. Так что у тебя есть перспективы в игре. Ты посмотри, какой ты внимательный. То есть ты... Если тебе потренироваться, ты будешь очень круто играть. Даже Ванзарс не успел. Да я сам даже не успел разглядеть, что я тыкнул. Я так тык-тык-тык и... нажал. Ладно, ладно, Зарс. Блин, я не отвечал, я не заметил, что я набрал, честно. Я не видел, что я там напечатал.
Я не знаю, у нас навряд ли получится квалификация. Все зависит от того, будут ли успевать все заходить в лобби. По такому же принципу играем. Собираем, ломаем лобби. Продолжаем безумный стрим. Вперед! Покрасим все на своем пути. Блин, что-то мы... Так, там кто живой остался, что ли? Бдыщ! Вау, четко получилось. Аж сам удивился. Нет, меня плюхнули. У нас одна кисть. Нет, не подведи. Молодец. Размен это тоже хорошо. Вау, как у меня быстро плюхнул. У меня аж приставка зависает. Давай, Зарс. Удачной тебе. Хотя с кроссингом это не звучит, наверное. Приятной тебе игры в кроссинг. Так, нам надо отбиться. Надо собраться всем спешлами и пойти нафигачить их. А то такими темпами мы можем и проиграть. Вау, меня задиректил. Бай, Зарс. Бай-бай. Но нет. Мы так отбиться и не смогли, к сожалению. Ну, бывает. Так. Так, мы ломаем и пересоздаем лобби. Чтоб вдруг, если желающий появится поиграть, так будет наиболее честно. Сорок четыре семьдесят семь. Та-да-да-да. Так, я знаю, что я хочу. Я хочу... Где? Где это оружие? Где? Вот оно! Камикадзе, если ты можешь спать спокойно... Блин, я тебе завидую, честно. Я плохо сплю. У меня сейчас еще аллергия началась, весна же, вся фигня. Я прошлую ночь, ну вот, вот эта ночь получается, последняя с собой. Я заснул, ну ближе к 8 утра, наверное.
Вот такая вот фигня. Поэтому, как бы, я, в принципе, сейчас и не стримлю, я не высыпаюсь немножко. Вперед! Не, ну я просто задыхаюсь ночью и все как бы. Ауч! Как так? Я думал, я его плюхну. Я так хорошо прыгнул за спину. Аж печально стало от этого. Больно, 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 больно. Не хочу, не хочу, чтоб меня зря не плюхнули. Блин, я ж молотком вас шарахнул. Все равно живые. У них антимолотковая защита, я понял. Блин, отвоевать не смогли, к сожалению. Нет. О, ура! Смогли. У нас есть шанс выиграть. Там бутылка. Да как так? Блин, я же думал, сейчас молоток включу и побегу. Блин, почему-то соскользнул на гранату. Обидно как. Жесть. Но поторопился, сам виноват. Не успел! Чё-то нам не прёт совсем сегодня. Так у нас дисконнект был, что ли? Серьезно? Точно, Ярик вылетел. Я думаю, что у нас так все сложно? Камикадзе, у меня две шторы. Нет, у меня три шторы, чтобы мне не светил свет в окно. У меня ночью, короче, со стадионов свет светит. И плюс еще на соседнем доме мощный прожектор повесили тоже. Yes, we have DC. It's set. Very set. But it's Splatoon. It's normal. А пароль тот же самый остался.
И отопление у нас тоже жарит. А у меня сейчас замкнутый круг. Блин, ну если только кондиционер, конечно, включать. С отоплением жарко, окно открываешь, а там все цветет, и это все в комнату летит. И так либо от духоты задыхаешься, либо от аллергии задыхаешься. Ярослав, ты к нам зайдешь? Или кто-нибудь прибежит-то? Нет? У нас не хватает игроков, тогда закругляемся. Видимо, у Ярослава совсем проблемы с интернетом, раз он даже не подсоединяется. Камикадзе, ты совсем уже выключился, да? Только на стриме остался. Тогда, наверное, в терпы, что ли, пойдем что делать. Я не знаю, но не сыграешь же втроем. Вот в первой части можно было втроем играть. Это было, блин, реально как бы круто. Можно в дуэтами, кто успеет зайти, как бы. Кто успеет, тот успеет. Кто успеет зайти. We don't have players who mod bash. How mod bash, bash? Как правильно, я не знаю. Хлебушек шустрый. We don't have four players for Liga. Only three players. With three players we can start game. When you not use English, you forgot all words. And how it is talking with someone who talk in English. Yeah, in English, only in English. We streaming and talk only in English all day all time. Let's go, let's paint all. Ломаный английский такой, причем. О боже, вы видели вот это? You see that? It's magic. This brush have magic of Splatoon. Ouch. Меня задинамили. Я только заметил, что у нас все коротенькие в команде, к сожалению. Ауч. А у них длинные есть. У нас самая длинная это ведерко получается. Но опять не всегда Сплатун прям. К сожалению, как надо. Меня плюхнули.
Bahrain. Nice to meet you. I'm from Russia, from Sochi. Ауч! Что меня убило? А, Динамо. Без дальности, конечно, печально. Если бы у нас немножко дальности было, мы смогли бы удержать, в принципе. Еее, я уничтожил этого Динамо противного. Блин. На этом кубике, видимо, молоток не достает. Блин, эта кисточка, она меня просто очень пугает. Мало того, что все длинные, длиннючие, прям такие. Нет! Мой печальный молоток в конце такой. ГГГ, да, ГГГГ. Пятьдесят пять, 88, в принципе. Хлебушек, ты такой шустрый. Доброй ночи, Камикадзе. Наверное, сейчас тоже завершу трансляцию с игрой со зрителями и что-нибудь другое поиграю. Может быть, и соло пойду с Платун, а может быть какую-нибудь другую еще игру запущу, не знаю.
Нет, страшно, страшно, страшно. Нет, не бейте меня. Еее! Как они красиво плюхнулись. Но задержка бешеная. И броня не спасла. К сожалению. Так, если мы сейчас не отвоюем, это конец света будет. Да. Печаль! Печаль, печаль. Просто печаль такая. Нет! Нас Гидра прям очень подводила в этом бою. Дальности ее прям конкретно не хватало. Она, по сути дела, должна была плюхать Динамо и ручку их. Так, еще один бой и, наверное, хватит игр со зрителями на сегодня. А то и так, как бы, сегодня... На полчаса больше, чем обычно. Так. Чтобы взять такое еще. Ну, валик возьму, давно не играл. Пусть будет валик. Так, я тот валик взял. Да. Да не переживай ты, ничего страшного. Мы же на рекорд на какой-то не идем или что-то такого, так что переживать не о чем. Блин, я прогадал с тем, где он вылезет. О, молодец, хлебушек закрасил. Ой. Вот это поворот, мне повезло прям. Good game, yes. I'm playing very bad now. Я не знаю, что происходит, но меня игра не слушается. Е-е-е, мы отбились.
Стой, там у них столько биконов. Сейчас мегаплюх будет, да? Ауч! Там граната была. Магия. Гранат. Нет. Почему ноль? Один целый плюх у тебя. Целый один. Все нормально, так что. У меня, думаешь, не бывает такое, что у меня тоже такое бывает. Что у меня даже бывает, что и у меня ноль плюхов, представляешь? Это как бы ничего необычного. Разные ситуации в игре бывают. А бывает не целый, кстати. А может быть и не целый. А может быть целый. Всякое бывает. Так. Я думаю, уже просто никто не заходит больше. Нас смотрит всего 3 человека сейчас. Поэтому у тебя просто нет сейчас конкурентов, получается. Ты вне конкуренции, пользуйся, так что. Да, игра с хлебушкой. Блин, я не думал, что он уже забежал сюда. Упс.
Блин, не докинул. Какой он живучий прям. Нет, я залип, и граната мне плюхнула. Ауч! Снайпер! Блин, у них снайпер, оказывается, есть. Я забыл уже совсем. Ууу, пронесло. Я думал, сейчас меня как плюхнет. Первая победа! Хлебушек, возрадуйся! Народ требует хлеба и зрелищ. Ура, ура. Если нас 4 человека наберется, можно и вчетвером поиграть. Но я думаю, четверых не соберется у нас. Так, ладно, надо игру со зрителями уже закруглять. Народ любит хлеб, да. Спасибо за игру, спасибо всем, кто пришел, но осталось уже как бы совсем чуть-чуть людей. Но я думаю, пора закругляться все-таки с игрой со зрителями. И думаю, сходить на мегакарп или не ходить. Не, я в другую игру лучше поиграю. Какую-нибудь, возможно, или... что-нибудь посмотрю. В общем, спасибо всем, всем доброй ночи. Все, пока-пока.